убийца! Вперед! Что? Это Хэнли! Бежим! Что ты? Эдвард! Бегите, если вам дорога жизнь! Черт! Это Хэнли! Бежим! Бегите, если вам дор... Простите за скорый уход. Размолвка случилась. И не только у вас. О, Господи. Простите, виноват. Не хотел, чтобы испанцы меня увидели. Ну что вы, что вы. К несчастью, солдаты конфисковали мой сахар и вашу сумку. Черт. А куда пошли? Боюсь, я без понятия. Эти господа могут знать, но мой испанский, мой молдат. И лучше не спрашивать. Черт! Ладно, нам надо вернуть мои карты. А сахар? В кальсонах унесем. Поживем, увидим. Лишь бы не путались под ногами. Боннер! Кажется, я понял, в чем дело. Тихо! Боюсь, они рядом! Назад! Разделимся, чтобы сбить их с толку. Лучшая мысль за сегодня. Вы опоздали. Да, сэр, да. Прощения просим. Нас задержал капитан. Ducit sapiunt vobis ut vestris scrotum. Tamparum. Creo que lo he dejado. Как был капитан? Да, он будет рад встретиться с вами. Только он должен явиться на повешение, сеньор. Правда? Я люблю казни. И я. Как в колокол позвонят, пора. Пойдете с нами? Прекрасно. Особенно если Мендоса участвует. Он со мной еще за рабов не расплатил. Да, сэр, капитан будет счастлив вам заплатить. У нас есть товар, сахар и прочее. Отлично.
сделал, сеньор? Скоро начнется казнь. Главное, не мешать. Да, вперед. Сколько еще я должен ждать? Я не буду тратить на капитана весь день. Еще немного, сеньор. Капитан Мендоса заплатит вам, как только закончит с повешением. К черту реалы. Мне нужен товар на продажу. Табак, ром, сахар. Си-пи-си. Есть сахар. Отобрали вчера у одного толстого англичанина. Англичанин? Да, сахар с Барбадос. Высший сорт. Мы доставили его в зал. Его хозяин затеял драку вчера. Сам сбежал, а сахар бросил. Неплохо. Мне отправиться в замок вместе с капитаном? Нет, капитан Мендоса сам отправит вам товар. Боже мой, вот этот громила ваш капитан? Нет, сеньор, это Эль Тибурон, он человек губернатора. Thank you.
Сахаром не вышло. Рук не хватило. Ничего страшного. У меня есть груз, чтобы окупить поездку. Вы задержитесь? На пару недель. Затем на Барбадос к монотонной семейной жизни. Зачем вам эта тоска? Идите к Нассау. Живите вольной жизнью. Ха, разве я не слыхал про пиратов Нассау? Это же притон. Нет, это приют свободных. О, боже.
Вот приключение. Но нет, нет, я муж и отец, у меня есть обязанности. Жизнь не только развлечение, Дункан. Эй, Боннет. Меня зовут Эдвард. Дункан лишь прозвище. А, тайное имя для встречи с губернатором. Да, губернатор. Слишком уж я задержался. Un verano infernal. Бандитов нет. Выручили, сэр. За Джеком не пропадет. Huh?